Налог на элитное жилье в Красноярске может вырасти в два раза. Об этом с возмущением написал в своем блоге депутат Константин Сенченко. По его словам, мэрия города собирается с 1 января 2016 года повысить налог на квартиры, инвентаризационная стоимость которых выше 2 миллионов рублей. При этом стоит учитывать, что рыночная цена этих квартир в среднем выше 10 миллионов рублей. В администрации города нам ответили, инициатором такого повышения стал сам горсовет. Еще в декабре 2014 года и сами же депутаты должны утвердить новую ставку на очередной сессии. Имущество здесь предполагается – это жилые помещения. Никоим образом предпринимательское сообщество это не коснется. А количество налогоплательщиков, подпадающих под предполагаемое и вообще анализируемое повышение ставки – это 889 налогоплательщиков. Это 0,2% от общего числа налогоплательщиков. К слову, в мэрии уже посчитали, что если налог будет утвержден депутатами, то в 2017 году казна города пополнится примерно на 22,5 миллиона рублей. Оплатить за элитное жилье в два раза выше, чем сейчас, владельцы начнут с 1 января 2016 года.